Стою на границе Чехии и Польши. Справа от меня Чехия. Чех слушает музыку, балдеет. И вот если так по кругу смотреть, сейчас развернемся больше. Машина как раз идет. И там у нас Польша, населенный пункт Халупки. Сейчас немножко отойду в сторону. Видно было. Все серьезно. Флаги. Не знаю, как меня пропустят на велике. Эту границу буду первый раз брать. На территории Польши, возле Чехии, между Гржицкими и Халупками, есть вышка наблюдательная. Вход спокойный, бесплатный. Стоят два две подзорные трубы таких шикарных. Вот одна смотрит в сторону Чехии, другая в сторону Польши. Как бы. На высоте, ну не знаю какой, вот таких вот ступенек насчитал 103, если не ошибся. Они по кругу идут. И вот смотрите, как интересно сделано. Вот картинка. Вот. Фотографии того, что мы можем наблюдать в бинокль. И оно подписанное. Очень интересно. Вот. Вот глядя в эту подзорную трубу, мы можем видеть вот такую вот картинку. Дальше. Здесь, ну, с этой стороны нету. Видимо, там ничего такого интересного нету. Но тоже вот картинка, что нам попадается во взгляде. В общем, сделана панорама. Очень красиво. Вот, костел в Гржицках. А ну, сейчас посмотрим, дотянемся мы до него или нет. Попробуем дотянуться. На краю должен быть. Вот он. Видите? Есть. Ну. С этой стороны, в сторону Чехии, мы наблюдаем река Одра. Наверное, плохо я снимаю. Ну, как есть. И здесь вот Чехия тоже, в сторону Чехии. Что мы можем наблюдать? Башню. Это, кстати, тоже называется башня смотровая. Это наданник ТВ, видите, вышки телевизионные в Острове и населенный пункт. Ну давайте посмотрим, дотянемся ли мы до вышки. Сомневаюсь я, конечно. Это у нас башня. Водонапорная, я так понимаю. Там у нас что? Просто трубы. А вышка где-то она спрятана между деревьями. А вот она, наверное. Сейчас я ее вам покажу. Сейчас я попробую показать. Вот. Смотрим. А вот наша вышка. Телевизионная. Видите?
все, что мы можем созерцать в этот монокуляр. Еще здесь гуляют люди. Вот видите, снизу. Парень с девушкой. Очень велодорожки сделанные. Я на велике вот ехал. Я даже не знал, что я сюда попаду. Вдоль речки. Вообще шикарно. Велодорожки из бетона. Я вот проехался, выехал из Гожицек в сторону единички. Объехал в Чехию по кругу. И уже со стороны Халупок еду в Польшу. Вот так выглядит эта вышка со стороны. Стал против солнца, но ничего, я сейчас подъеду в другую сторону. Это примерно 7-8 этаж дома. Потом ближе подойду, сниму. Может, там есть действительно размеры. 114 ступенек винтовых. Вокруг вон такие вот маленькие. Вокруг трубы большой идут. Вот я насчитал вниз. Вверх я насчитал меньше, но вниз больше получилось. Может, ошибся.